В Омске осудили торговца контрафактным алкоголем. Следствие доказало, что 25-летний Мич сбывал спиртное в особо крупном размере. Бизнесмен продавал товар из контейнера, расположенного на рыбном рынке. Также немаркированная продукция хранилась в трех автомобилях обвиняемого. Общая стоимость контрафакта составила 1,5 миллиона рублей. В результате районный суд приговорил предпринимателя к 3 годам лишения свободы условно. Согласно решению, весь алкоголь должен быть уничтожен.